Ритуал на год под счастливой звездой. На зеркалах на Йоль, к северным богам. Возьмите 12 зеркал без пластика или 12 красных восковых свечей. Алтарь серебряный или золотой, или снег. И 3 прозрачных камушка из стекла или 3 кольца, не пластик. Лучше дождаться счастливого момента, когда горит звезда счастливая. Но можно и так. Ложим на ночь. Если зеркало золотое или серебряное, это усилит эффект. Если нет, добавить серебряную или золотую свечу, или обе. Камни или кольца ложим на зеркала или в круг свечей, сказать. Боги севера, боги холодов и морозов и богатства, повелители рун, я вас приветствую на Йоль. Я в зеркала и свечи свет счастья собираю и вас прошу, вы влейте в это силу. Мне подарите счастье свет на Йоль, его я чту и праздную до ныне. И вас прошу, на этот год зажгите мне счастливую звезду. Я вас прошу, заклинаю. Сказать, какую звезду просите зажечь себе. Все получится. Утром заклятие повторить. Это ночь. А вот утро мы делаем это в спику, когда горит спика и на снегу, снег засыпает зеркала. Это признак богатства. У меня это работает совершенно точно. Можно сказать, они посылают знак. Как хотите, понимаете, но это работает. Что вы выбираете, если вам нужно здоровье, выбирайте вегу. Это безусловно. Чисто механически за чей-то счет и ничего не делать, выбирайте тоже вегу. Если вы практикуете магию, хотите в магии, тоже выбирайте вегу. Вы хотите познаний, хотите медицины магической, хотите очень молодо выглядеть, выбирайте регул или вегу. Хотите карьеры, взлета, успехов, выбирайте регул. Если хотите счастья большого, выбирайте спику. Хотите семьи, счастья, богатство, то, которое не нужно отрабатывать, выбирайте спику. Хотите очень красиво выглядеть, иметь дорогую одежду, изысканные платья, выбирайте спику или регул. Вега не одевается вообще. Она не понимает, что такое вкус. Хотя хотите славы в искусстве, вы на этом практикуете, выбирайте вегу. У меня это золотые и серебряные зеркала, 12, кольца, как вы видите, розовое кольцо, рубиновое, ну рубиновый цвет, конечно, и сапфир. Я в них собирала свет, розовое это спика, навсегда с Венерой связано, рубин это, конечно же, регул, звезда королей, и сапфир это наша холодная вега. Кто смотрит онлайн, загадывайте на каждое на свое кольцо и просите, что хочу вот это кольцо зажечь. Зажгут только одно. Северные боги это никогда не были фонтаном изобилия.
что подаривать вообще все и всех, имейте это в виду. Но они это исполнят. Можете повторять заклятие много раз или смотреть, вот пока вы не обессилите. Я много раз говорила, обращение к северным богам, они берут вашу силу. Это и есть ваша оплата. Вы устаете. Все знают прекрасно, что руны, они тяжелые. Не мужские чисто. В данном случае вы платите своей энергией за свою удачу, за свое счастье, за свое благополучие. Если вы делаете за кого-то, вы можете это делать только с его согласия. Если вы не практик, и практик тоже только с его согласия. Если только ваш близкий не в опасности, он не может вам никак ответить. Тогда можете просить без согласия. Так что выбирайте. Боги севера, боги холодов и морозов и богатства, повелители рун, я вас приветствую на Йоль. Я в зеркала и свечи свет счастья собираю и вас прошу, вы влейте в это силу. Мне подарите счастье, свет на Йоль. Его я чту и праздную до ныне. И вас прошу, на этот год зажгите мне счастливую звезду. Я вас прошу, заклинаю.